have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, Лайка, я на геймпаде, но, по-моему, все стало хуже. Сейчас. Это абсолютно нелогично, потому что основная механика этой игры, это же ускорение. Но почему его не поставить под... Короче, я не знаю, поменять это невозможно. Есть правые и левые триггеры. Но, короче, смотрите, в чем прикол. Я не знаю, как вам это объяснить до конца. Получается... Тихо, стоять. Получается, стрельба на... Вот так вот целиться, кстати, абсолютно невозможно. Я не знаю, как это будет работать, как это можно будет делать быстро. Короче, фишка в чем? Что стрелять на собака правый триггер, а ехать на левый триггер. Как вы до этого додумались? Это же нелогично. Короче, смотрите. Торможение и дрифт, ну, типа разворот на месте, поставлены на кнопки X и B. То есть с правой стороны. Почему езда с левой стороны? Кто? Какая скотина это придумала? Это же неправильно. Так, зажмите РТ, чтобы войти в режим. Серьезно? Зажал! Я зажал! Вы чё? Это охренеть как неудобно. К тому же... Сделать сальто, чтобы перезарядить свое оружие. Да, это я знаю, это я сейчас сделаю. К тому же, смотри, чем прикол. Когда целишься, вот так вот зажимаешь, отпускаешь, оно не остается на том же моменте, на том же месте. Смотри, чем прикол. Оно из-за того, что стик на геймпаде резко отходит назад. Вот я зажимаю, отпускаю стик. Зажимаю, отпускаю стик, и иногда срабатывает такое, что оно мне дает, видите, хитбэк назад. Это просто трындец какой-то. Почему здесь нету нормального заднего хода? Почему здесь... еще кое-что. До свидания. Я чеканусь так играть. Да! А он еще и через пол стреляет, он вообще красавчик. Мне кажется, что я... Короче, ребят. Забейте. Я не знаю, кто придумал такие отвратительные управления. Сейчас, секундочку, я проверю. Может, их можно как-то переставить. Так, ну вроде получилось. Ясно. Хорошо. Теперь, как там, чтобы перезарядить... Блин, а как... Сейчас, секунду еще, ребят. Ладно. Кнопки переставить можно как таковые? Вот я теперь еду так, как хочу, разворачиваюсь, как я хочу. Да, спасибо. Это я знаю. Но теперь стики. Вот этот вот правый стик у меня соответствует прицеливанию, левый стик соответствует перевороту.
Стик я переставить не могу. Я практически все свое управление мотоциклом перенес на правую часть, стрельбой на левую часть, но стики у меня теперь реверсивные. Огромное вам за это спасибо. По крайней мере... Так. Сделайте сальто назад, чтобы перезарядить оружие. Окей. Но это хотя бы немножечко стало сейчас играбельно. Перезарядился. До свидания. Разменялись. Ладно, по крайней мере, я же говорю, теперь это стало хоть немножечко играбельно. Офигеть! Я думал, что у них есть какой-то момент упреждения или что-то такое. Опа! Перезарядились. Пофиг, что он это. Разворачиваемся. У меня стик соскользнул. Вот это сейчас самое противное. Ладно, ладно, ладно. Короче, проблема с прицеливаемыми стиками осталась. Молодец. Я выстреливаю, отпускаю стик, и оно стреляет в другую сторону. Стик нельзя отпускать аж до самого момента выстрела. Все, хорошо, не жадничаем, стики не отпускаем. Нам, скорее всего, наверх, да? Я застрял. Нет! Или я не застрял? Ну-ка. Куда мне сейчас? Сейчас посмотрим. Нет, минуточку, минуточку. Нам вроде сюда. А, я понял. Ну, относительно понял, конечно. Нам надо дверь открыть. Факапов тут будет очень много. Заранее предупреждаю. Я не знаю, как я буду проходить какие-то сложные моменты. Нам наверх не надо случайно? Нет, оно там закрыто. Забей. Хорошо. Поехали сюда. Стреляйте в сундуки. А, угу, угу. Вот этого я раньше не видел. Нечку, ты не перезарядил мне? Я не туда пойду. Хорошо, возможно, я туда поехал. Это было долго, он по мне два раза промазал, давайте по-честному. Я не понял, почему я по нему промазал.
Ёлки, я еще так аккуратненько замедлился, чтобы он в меня попал. Короче, все это должно происходить быстро. Попадет. Или я попаду. Повезло. Блин, я без перезарядки был. Короче, оставлять их за собой нельзя. Я понимаю, что я сейчас просто отвратительно рачу, если что. Но для меня это управление прям максимально дикое. Я разбился или меня убили? Будем снайпером играть? Нафиг тебя. Да, это нужные вещи. Иди нафиг. Так, разворачиваемся. Надо бы... Нет, давайте так, перезарядиться бы сначала. Ну ладно, сначала перезарядимся. Теперь поехали в другую сторону. Ты нормальный, ты... А как нам верхнюю часть тут... Уже, наверное, никак, да? Блин, почему нету такой банальной вещи, как... это, задний ход. Явно сюда. Сейчас мы тут соебанемся. Там вот это все можно переоткрывать. Ребят, заранее, кому будет нудно на это смотреть? Я это все понимаю. А где я? А, вот я. Так что...
пострадавший от такого нудного геймплея с моей стороны, пожалуйста, пишите в комментах. И посмотрим, сколько вас. Потому что игра явно более экшоневая. Ух. Ай, блин, я постоянно забываю, что они умеют стрелять через эту фигню. Кстати, тогда вот так. Ух. А мне, кстати, кишки их засчитывают как валюту. Я только сейчас понял. Я ж выровнял мотоцикл, вы че вообще? Это трындец. А, потому что среди эффектов я не вижу, она ж краснеет, когда убивает кого-то. Я не вижу среди эффектов, в каком состоянии я нахожусь. Офигенно. Можно и так промазать, оказывается. Вот эта фишка с прицелами, она меня, пожалуй, пока что больше всего добивает. Давайте сохранимся. А, тут можно еще за своим лутом типа вернуться. Не-не, ну не в ту же сторону же. Враги... Забей, враги спавнятся. Просто, просто забей. Это как гребаный Dark Souls. Почему нету просто кнопки развернуться по-человечески, чтобы вот так вот вправо-лево повернулся и все, оно все чисто... Так. Ну и... А зачем мне... Офигенно. 100-500 шансов убиться просто на месте. А, так, развернись. Короче, я не знаю, те ушлепки, которые придумали управление этой игры. Сказал бы вам парочку слов.
Идеально. Ага. А как там блокировать? Блин, я забыл, какой кнопку. А, блок вот этим вот. Ну, все. Убил, но не приземлился. Офигенно. Почему тут нет какого-то аутоэйма, какого-то что-то? Ну, потому что управление реально сделано через задницу. Конечно, я уже видел, что она меня убивает. Почему? Мне нужно еще и целиться, еще справляться с этим тупым прицеливанием, еще и прокручиваться в воздухе, блин. Офигенно, офигенно. То есть это не... Ну, я понимаю, что это возможно, я понимаю, что... Это просто глупо. Понимаете, это не потому, что игра сложная, это потому, что происходит искусственное усложнение игры с помощью... Этого парировать, короче, надо, второго, пофиг. Я не успеваю в него выстрелить и при этом приобрести нормальное положение на земле. А, офигенно. Еще и когда промазываешь. Конечно же, у тебя соскальзывает, короче, контроллер, ну, типа, стик, потому что... Забейте. У, задоджил. Не дает тебе времени. Я кое-как прошел этот момент, а там такой же, но только с чуваком. Блин, это начало игры. Супер. Это начало игры, ведь дальше будет задница, поэтому... Я посмотрю, если ничего не изменится... Я его отпарировал. Но при этом ударился башкой. Это офигенно. Механики на перезарядку обилок на кручение. Но при этом тебя ваншотает любое соприкосновение с землей. Я же уже стрелял в тебя. Он просто раньше выстреливает. И там уже пофиг, замедление ты или нет. Он просто раньше выстреливает. Да, разбились. У меня очень большие подозрения, что эта серия будет последней.
Мне игра на самом деле очень понравилась. Вот, и я, наверное... Офигенно. Я, наверное, за нее даже делать рефанд не буду, потому что видно, что... Ну, с одной стороны, видно, что вселенная хорошая, приятная, прикольная, проработана, все. Вот, но... Спасибо. Вот эти вот игровые механики настолько высраты из жопы, что просто, я не знаю, у меня слов нету как-то объяснить по-человечески. Офигенно. Я прицелился в него, выстрелил в него, пуля ушла в пол. Ну, спасибо тебе огромнейшее. Неужели это свершилось, блин? Все только начинается. Вот, вот фраза «все только начинается» мне очень не нравится. Сохраниться негде, да? Спасибо. Ну вот офигенно, вот, вот все, вот просто все. Они просто не мажут. Серьезно, они просто не мажут. Не упа... Ну не по... Что ж, что ж... оно башкой размазывается. Конечно! Вот... Да! Да! Вот именно так все происходит. Причем я понимаю, что там... в опциях можно включить себе, как они это называют, время милости, когда ты головой ударяешься, но она при этом не моментально умирает. То есть когда ты делаешь сальты и всякое такое. Шаг. Типа да, ты потихонечку намастыриваешься это все делать. Ну это вот, вот сейчас это вообще я не знаю как это сделать. Сколько сальто надо сделать в воздухе, чтобы их всех перебить. Я во вторую птицу прицелился, выстрелил в воздухе, оно взяло выстрела, выстрелило назад. Офигенно. Я абсолютно случайно убил двух дальних. Я уже приземляюсь не так, я уже видел, что я лечу вниз головой. То есть... Это такой дичайший рандом.
И вот и все, вот и все, вот просто все. Это, тебе нужно одновременно контролировать вращение, прицеливание, сраную перезарядку. Забейте. Ну и вот. Она просто разбила. Слушайте, ладно, давайте тогда. Надо развернуться, еще раз развернуться и перезарядить. Я только так вижу сейчас прохождение этой ситуации. Если они там сейчас заспавнятся после этого. Трындец. Да. Это просто за гранью добра и зла что-то происходит. Знаете, вот эта вот игрушка Beyond Good and Evil. Так вот, это здесь. Разверни! Почему нету просто тупо назад? Почему это сраный дрифт для разворота? Какого же, блин, фига? Максимально все всрато, максимально усложнено. Ладно, осталось двое. Все равно эти двое меня могут запросто убить. Офигеть, какое место. Просто... А, там еще сундук внизу. Хочу ли я? Пойдем. Сейв произошел. Хорошо, хоть сейв произошел. Просто, ну, серьезно, это хорошая игра, но она настолько отвратительно сделана. Если сейчас какой-то... Если сейчас какой-то босс... Это босс. Это трындец, это не босс, это... Развернись! Я потратил... Единственный способ перезарядиться, это об него. И все, ну то есть, ну вот все. Это нужно было мотоциклом блочить, я понимаю, но как блочить мотоциклом, перезаряжаться и стрелять все это время?
Окей. Попробуем быть понаглей. Да повернись ты туда, собака! Че сейчас было? Почему я ни разу не попал? Ладно, 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 ладно. Убить этого босса. Я же говорю, что сама игрушка, она относительно, ну, нормальная, она приятная, она несложная. Всратое управление, блин. Еще нет, подожди немного, я вернусь к тебе так же, как ушла. Не получится, единственный способ подняться, огромный лифт. Открыть журнал. После как птицы убили его сына, дружка Джека взял мой пистолет и пошел, да-да-да, текущий цель на тебе огромный лифт, чтобы вернуться к Джеку. Понял. А, вся эта мастерская была чисто для босс-файта, я понял, хорошо. Огромный лифт — это то, что я видел, да? Я вот тут сохранюсь. На этом мы с вами закончим. Я... Да, у меня были очень жесткие подозрения, что это будет последняя серия, но нет, я еще попробую. Будет еще следующая серия, поскольку... Ну, вроде как получается, да, сквозь хруст и слезы, но вроде как получается, поэтому... Черт. Это на самом деле офигеть как обидно. Я помню Hyper Light Drifter. Была такая игрушка, она была очень классная, мне очень сильно нравилась, но мне пришлось ее дропнуть именно из-за того, что там было кривое управление. И вот в этом вот и проблема очень многих хороших игр. Они прям классные, они прям прикольные, тут атмосфера, тут музыка, тут персонажи, тут все, что нравится. Но всратое управление, причем в прошлый раз, когда я мог сказать, что они не сделали нормального управления на клавиатуре, потому что полностью было все перегружено на левую руку, и у тебя было без шансов хоть что-то сделать. Вот. Эти многие студии грешат. Они просто делают фиговое управление на клавиатуре, потому что считают, все равно не будет никто играть на клаве. Хотя это неправильно. Вы же выпускаете игрушку, черт побери, в Steam. Не все играют на Steam Deck. Есть люди, которые на компах играют. Вот. То в данном случае тут еще и херовое управление на геймпаде. И ладно, его частично можно перенастроить, и в этом еще одна проблема. Почему только частично? Почему я не могу перенастроить все, раз уж вы даете? Или скажите мне, что вообще нельзя перенастраивать, я на вас плюну и скажу, хорошо, идите нахер. А вот, или же дайте мне перенастроить все полностью, и тогда я сделаю все удобно. Но они дают перенастроить кнопки, но не дают перенастроить стики. Это какой-то вот новый уровень абсурда, который я, наверное, раньше не видел. Мне хочется здесь остаться, мне хочется продолжать играть, поэтому следующая серия будет. Пока что, ребятушки, спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, поправ, всем ладушек, всем покеда.